Привет, друзья, что сегодня сулят звезды. Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен, сегодня у вас будет достаточно времени, поэтому уделите его для себя. А то в последнее время вы только думали о проблемах других людей, а о себе будто и забыли. Устройте себе релакс-день, пойдите в спа на маникюр и педикюр, макияж, сделайте себе новую прическу, пойдите на массаж. Телец. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция. Однако незаконченные дела, неприятные известия или проблемы в личной жизни не дадут вам сегодня полноценно отдохнуть. Постарайтесь провести время вне дома. Близнецы. Этот день будет богат сюрпризами на работе, но, к сожалению, они могут быть как приятными, так и негативными. Все зависит от того, как вы на них будете смотреть. Попробуйте настроиться на позитив, и у вас все получится. Рак. Попробуйте выделить сегодня ваше время на активный отдых. Если есть возможность отпроситься с работы на весь день, то сделайте это. Возьмите с собой вашего друга или любимого человека и поезжайте куда-то. Лев. Сегодня хороший день, чтобы наладить свою личную жизнь. Но для этого не нужно сидеть дома и ничего не делать. Выходите на улицу, знакомьтесь с новыми интересными людьми. Тогда удача и любовь к вам придет. Сегодня вам стоит засунуть в огромный шкаф свою застенчивость и идти к своей любви. Дева, попробуйте в этот день посвятить больше времени вашему творческому потенциалу. Пригласите с собой вашего друга и пойдите в театр или кино. Такой релакс поможет вам набраться сил для следующего рабочего дня. Весы. Над вами сгущаются тучи, и вашими успехами всерьез заинтересовались конкуренты. Держите рот на замке, и ситуация нормализуется. Сегодня день хорош для деловых переговоров. Скорпион. Весь ваш день пролетит незаметно. Не стоит ожидать от этого каких-либо проблем или важных дел. Сегодняшний день будет удивительно спокойным и легким. Он будет идеальным для релаксации и отдыха перед будущими делами. Стрелец. Вам стоит сегодня держать свои эмоции при себе. Не нужно их показывать всем окружающим, особенно на работе, ведь ваши коллеги могут увидеть те качества характера, которые бы вы не хотели показывать кому-либо. Козерог, попробуйте сегодня изменить что-то в вашей жизни. Если вы захотите это сделать, то успех будет на вашей стороне. Также не стоит забывать о личных отношениях. Водолей, сегодня вы получите прекрасную возможность сделать еще один шаг к своей мечте. Все ваши старания не прошли даром. Совсем скоро удача к вам обернется. Жизнь наладится, и все проблемы уйдут в прошлое. Рыбы. Попробуйте довериться своей второй половинке и полностью посвятить свой день ей. Ничего плохого из этого не выйдет, а наоборот. Вы сможете хорошо рассмотреть ее в качестве руководителя. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.